На конкурс «Дети читают стихи» Афанасий Фет, «Чудная картина» читает Нилов Влад, 6 лет, город Москва, детский центр «Радость». Афанасий Фет. Чудная картина, как ты не родна, белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и саней далеких, одинокий бег, скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали, на стенах оледенелых блещет пустоли, от ресниц нависну в очи серебристый пух, тишина холодной ночи занимает дух, ветер ступит и все не имеет. Только бы уснуть, ясный воздух сам робеет, но вздохнуть.